и хочет его закрывать. А сколько у вас вообще на... В онлайн 15-20 человек стабильно. Маленьких и больших. Маленьких, естественно, ты целка не заберешь. Понятно. А если учитывать тех, кто идет в рейды? В рейд в основном, если написано РТ, то в рейд идут все. То есть, кто подписан. Да-да-да, понятно. А сколько у вас РЛов? Один ГМ у вас РЛит или нет? ЦЛК РЛит пока один ГМ. Был еще один РЛ, но он, короче, чудесным образом от нас отморозился. Сюда все? Привет, Райд. Здорово. Привет. Привет, вот еще один привет. Начинающий РЛ, получается, зашел. Ну, слушайте, по РЛ, если надо будет, мы и сами сможем, в принципе. Ну, вот, нам вот не хватает людей, которые знают контент, получается, ЛКБК, которые смогут про РЛ без проблем. Мы знаем, мы все на X1, там, все побеждающие и так далее. Да, я тоже на этом, я на X5 на циркле играл довольно долго. Нет, вопрос. Сейчас ваши персонажи... Или они здесь, на сервисе? Да. Мы пришли, ну, по крайней мере, я вот за своих могу сказать. То есть мы так тут две половинки. Мы пришли в пятером. Ну, шесть человек нас стабильно играющих. Все третьи категории. То есть у нас убитый проф, мы можем идти в взломанный. Вот. И играла. Такие не хорошо знакомы, то тактика в актуальности знаю. Я бы с удовольствием поучилась. Онлайн все стабильные. Шестеро. Да, в основном у нас получается, но есть одна загвоздка. Например, взломан у нас РЛ как такового нет. Есть один РЛ, который вводит людей, но он получается дальневосточник. И он, у него временной, получается, временное ограничение, это примерно 8-9 часов утра по Москве. Это он, да, это вообще не вариант. Я поняла. Например, в 11 утра, в 12, когда ты попадаешь, а когда ты не попадаешь. Но он тоже заходит не всегда часто. Понятно. Я сейчас учусь, Зуламан, получается, Релли, да? Но, например, первого-второго босса я более-менее тактики и проходы до него знаю. А дальше как-то не этот. Но, например, те же Грул Гер, Маги Гер я могу ввести. Каражан Гер я могу ввести до третьего босса. Включительно я тактику знаю. Дальше у нас просто хил выбыл и, само собой, РО. Ну, все разошлись, мы не добрались. Пожалуйста, я поняла, можно я перебью по поводу Зуламана, Каражана и так далее. Что я хочу сказать? Каражан, Гер, Зуламан – это все десятки. То есть, если есть 10 человек с желанием убивать Зуламан, я думаю, что ничего страшного, если у нас будет не будет РЛ, у которого тактика отскакивает от зубов, мы можем сами всему учиться. Лишь бы люди были не тупые и хотели убивать. То есть насчет этого я не переживаю. Я извиняюсь, я тоже перебью сразу же на этом моменте. Там не все так просто. Например, у нас получается, так, если брать битым профом и нормально одетым, у нас в основном идут одни и те же, то есть классы. Например, куча ДК или же тех же самых, куча друидов. А в взломании, да, это вообще не вариант. То есть ты идешь, и каждый... за свое. Например, надо один шаман, то есть он будет R-шама, например, да, надо там DC-прист обязательно, без него никуда ты не пройдешь. Так же самое, например, ДК там, по сути, нужен только на ласта, вообще фростбит. ДК берут чаще танком, а танков у нас, получается, хоть и есть, но они не особо хотят танками, потому что не знают контента. Не знают, смотрите, ребята, смотрите, это немножко ворвусь в руках, на пару минут буквально. Мы все собрались здесь, потому что у нас у всех есть, скажем так, одна проблема. Это если на ППшке мы собираемся и фармим там на всякие камни, ну вот, то на рейд полноценно у нас тупо нет людей, на которых мы могли положиться. Там и вам нужен, и вот с Твиночкой там сколько, 6 человек, с Войдом, получается, я Войд, у меня тут еще знакомый, Честер, еще, короче, 3-4 человека. В сумме всего получается 10. То есть стабильно играющих
8, а всего могут прийти 10-11 человек. Вот. Смотрите, если от вас 10, и мы нашкребем 15, это уже РС-25 можно идти. Даже если у вас вдруг не будет собираться, в вашу гильдию будет людей добрать проще, это раз. Во-вторых, это уже будут стабильные десятки. То есть из тех, кто, кому реально нужны десятки, и уже в десятером можно будет ходить и вайпаться там, на тактику. Изучить. Тактику, только я вам рассказать не могу, понимаете, я заломан закрыл. Нет, притом... потому что давайте как-то глобальный вопрос. Получается, нашего ГМ, я заломан закрыл, я тактику рассказать могу, я не смогу его проверять, понимаешь? Ничего страшного. И скиллы и так далее. Давайте вас добавим в гильдию. Вот, если обняться, то как бы нужна реализованная, что все, идем, все, на следующем КД... Просто-напросто, РАЛ, значит РАЛ, он пишет, получается, артиллерист, когда ему удобно. В него подсказки, которые онлайн, которые пойдут. Хорошо, давай тогда конкретно. Войт, ты будешь реали 10 оп? Кто будет реали 10 оп? Здесь присутствующий. Вызывайтесь, Войт может. Я пока не могу, у меня 5-я ката, мне еще неделька нужна на кристаллы. Вот Войт может пойти, поставить РАЛ. Все зайдут в ГИИ, и уже на следующем КД у вас будет либо 10 обычек, либо куда вы там все соберете. Без вопроса можем легко сделать, попробовать. По крайней мере, как говорится, за спрос глаз не бьют. Можем попробовать, получится, не получится. В любой момент можно просто-напросто сделать то же самое, поменять кого-то, поменять Ирала или поменять... Ну да. Тем более, если даже на 25-ку не будет онлайна, можно пойти в 2-10. На вторую десятку, там десятку я тоже могу поиралить, там ничего сложного нет. Просто нужны люди, вот и все. Если вы готовы принять нас, таких, нам люди давайте как. Особенно толковый, это, конечно, нами. Только же говорю, чтобы не было такого, что я сегодня пойду, а завтра не пойду из-за того, что... Не потому что я не получается у меня дома, а не хочу. Было и такое. Потом в старт поговорим. Не знаю. Короче, я, как мои ребята, как они скажут, наверное, так я и поступлю. Короче, больше народу интереснее. Идемте к нам, чего вы сиськи мнете? У нас компания такая нормальная, ребята общительные. Что вам еще нужно? Нас вчера... Нет, как бы нас звали уже не в одну гильдию, то есть когда говоришь, что вот, так-так, многолетний опыт игры и прочее, то есть говорят, вот, айдайте к нам, айдайте компашкой. И вообще, вчера вот тоже человек заходил из одной гильдии и просидел там с нами там 3 часа в Дискорд. Он на нас хорошее впечатление произвел, и мы на него. Вот, он говорит, ребят, приходите. Будем рейдить, так и так, вот. Лися сегодня врывается Войт и говорит, ребята, пойдемте-ка ко мне в гильду. Тут тоже гильдия перспективная. Вот, и мы собрались как раз решить этот вопрос. Он зашел, получается, к нам, грубо говоря, раздетый, мы его как могли, пока одели. Чем мы можем, помогли. Если надо будет, по сути, помогаем, по возможности. Которого мы хотели, провагонили? Вар, я не помню, как его. Войт Дефендер, я понял, он тебе назвал. Да, вар. А насчет того, что Тиночка, еще раз тебе говорю. Тут ребята именно такие, с возрастом, то бишь, что-то такое. И, по-моему, если я не ошибаюсь, вы уже в Chest Rix, по-моему, точно был у нас в гильдии. Если я не был в вашей гильдии, вы меня брали в 239-м и в ВЛ, целка 10 оп. Я показал, на что я Но потом братоу... Да, может быть. Я помню, что вы там что-то попытались, да, и, короче, это все заглохло. Да. У нас тоже человек 12 перешел. Что это очень здравство убивает, и он ушел. И с ним ушли все. Я остался. В том, что я видел... как вы развивались, то есть наблюдал за этим. Я же тогда еще был ГМом этой гильдии. Получается, у вас было просто-напросто две ошибки. Набирали молодняк, который, раздетый.
а не одеть тех людей, которые знают контент. Поэтому у вас получилось есть... Ну вот пойти, потому что типа... Может, они ничего не могут. Мы протопал и все остальные в 240 EVL профа убили. Синдра убили в 240 EVL. То бишь у нас тащил только один рог, который там, ну, 200... И был Бладыка 265, все. 8 человек было просто 240 EVL. Да, по сути, целый... Мы убили ИВК, ИВК убили просто 50 на 50. Без анбафа, ну, без любой смерти, просто положили здесь. Ну, когда еще он работал, ИВК. Пошли на профа, убили профа с второго трая. Пошли, короче, на синдру, убили синдру с первого трая. Просто на все, 240 EVL. Я к вам вошел просто 230 EVL на ЦЛК 10 обычку. Мы дошли до куда? Я не помню. Че, срач? Я тогда не... Нет, мы дошли до синдры с тобой, с вами. Или дал. При том, что я был 239-й просто, EVL. Нет, это что ты хотел классно, вот я, без вопросов вот, нет, не было. Братан, смотри, вот такие как я, вот смотри, к тебе сейчас 10 человек пойдет. Пожалуйста, мои двери всегда открыты, я же говорю, для хороших людей. То просто есть, я в жоках состою, я в жоках вот просто навсего. Меня вот просто берут, вот сейчас второй рейд собирается, мне просто зам ГМ пишет, я никого не буду брать, иди со мной, из джоков. Но я в джоках не хочу быть, потому что нету моих людей, моих знакомых. Для меня, ну, знаешь, такое мертвое тело, просто, грубо говоря. Я не хочу ходить именно... Вот, да, вот знаешь, я не стремлюсь за шмотом, мне нахуй не надо. Я уже бисом везде побывал, покрыл все, что мог. Я просто хочу своим коллективом убивать и носить. Честер, вот спасибо большое. Давайте все-таки вернемся к тому, для чего мы сюда пришли. Итак, если вы готовы принять нас таким составом, то ну, надо от Виночки дождаться ответа, что скажет ее коллектив. Вот, я думаю, и так у вас. Я ну, да, тоже пойду. Ребят тоже позову, Роме там, тем более они сами мне предлагали так, в качестве дальнейшего ну, развития, там, прогресса какого-то на сервере. Смотрели, так что, думаю, они долго сопротивляться не будут. Вопрос закрыт. Вот. Ирина, что скажут да, твои... Просто смотрите, лично свое мнение сейчас выскажу, а потом спрошу своих ребят. Смотрите, если вступаешь в гильдию, ты все равно берешь на себя некую ответственность. То есть ты, как сказать-то, вот не то, что пришла, посидела два дня, тебе не понравилось, ты ушла. То есть, когда я вступаю в гильдию, я должна находиться в полной уверенности, что я тут просижу долго, что я принесу пользу гильдии, что гильдия поможет мне в чем-либо там закрывать какие-то инсты, одеваться и так далее. А то, что вот эта беготня по гильдиям, здесь понравилось, там не понравилось, это, конечно, несерьезно. Я против категорически этого. Ну, я вот сейчас, это самое честно, главное, по сути. Я вот сейчас, честно, я даже не смогу, наверное, принять решение. Вот как мои ребята скажут, наверное, так я и сделаю. Не знаю, что-то они тоже там один на БГ, второй. Вы вообще тут? Нет. Пусть они выскажутся, раз пришли. Раз вопрос так стоит. Пусть каждый выскажется, чего нет. Ну, Женя сказал, что он не против. Женя говорит, хочу туда. Ну, хорошо. Один год, следующий. Я считаю, нужно вступать в адекватную, нормальную, лояльную гильдию, где реально за 20 лет, потому что неизвестно, куда вступить. И поверь, я здесь, как, извините, грубо говоря, как шлюха, поменял только гильдии, потому что тут именно ЧСВшники неадекватные, просто очень много. А райков еще 90%. То бишь лучше вступить в одну единую гильдию, если где-то кто-то слакает, либо его обучить, либо просто кикать с гильдии, вот и все. Набрать не тяжело здесь. Тут онлайн охрененно колоссально большой. Что мы должны слиться в одну единую и на своей позиции просто держаться. Ну, ты у нас уже был, ты увидел, что у нас... Я не был пройти, я так? Просто вам помогал. Не, имеется в виду, ты с нами, по крайней мере, ходил. Райд, это да, видел. Да. Можно еще пару вопросов так от себя, да? Просто вчера люди, которые назвали, ну, я не буду называть гильдию, куда назвали вчера, мальчишка зашел, я говорю, а как вообще у вас обстановка? Ну, человеческий фактор мне был интересен, то есть
много ли девая категория гильдии. И что для меня очень важно, то есть я вот этих вот целомудренных, вот этот институт благородных девиц, честно, не понимаю. То есть если я матерюсь, значит, я матерюсь. Я не говорю о оскорблении, о ругани и так далее, нет. Но я просто, ну, вот я такой человек, я могу матюкнуться. У них за мат ГП. А, это... Я не пойду туда. Не пойду туда, я. Все, ебал. У нас могут и нахер послать. Я очень... Я правильно угадал. Нет. Просто, ну, я люблю материться, что мне ГП, блядь, миллион будет давать? Что? Понимаете, вот я вам прямой пример привожу. Пошел целка 25 с пугами. Короче, сролил тренинг за то, что я начал материться на Эрела, за то, что он дал неправильно мне, по моему роллу неправильно дал тренинг, он меня кикнул с рейда. Нет, ты в этом, ты не путай, именно когда ты оскорбляешь кого-то. Я не оскорблял никого, я просто начал материться, я не оскорблял даже Эрела, не в его даже ад. Ну, я не могу так вот, честно, для меня матерное слово, конечно... Это гильдия забияки, это одна, наверное, единственная такая. Гильдия, нет, это не гильдия забияки, называть я гильдию не буду. И это не знаю, Диночка, просто... честно, если мы пойдем туда просто, Настя, понимаешь, сколько у меня будет ГП просто? В каждый день, каждый рейд? Там мне сказали, что я все время буду сидеть в муте с огромным количеством ГП, поэтому... А зачем тебе такая гильдия, да, не могу, не, зачем, это, смысл? В том-то и дело, что, ну, это такой маленький нюанс, ребята, я совершенно не об этом говорила. Я хотела спросить возрастную категорию гильдии. И вообще, в целом, как вообще... В основном 20+. Много ли девочек? 25-20+. Девочки присутствуют, к девочкам относятся абсолютно нормально. Да, кстати, по поводу девочки отношения девочкам. Очень люблю, когда девочкам делают какие-то скидки. Если ты взяла... Опа, нихуя, скидки. Ну, какие есть, скидки? Нет. Просто мой прошлый опыт показывает то, что некоторые ГМР вот все-таки девочкам делают скидки. А она один раз слакнула, ГП не дали. Слакнул парень, естественно, сразу ему соточку. Да не. Если ты классно захиливаешь, если захиливаешь и нормально тащишь, то тебе, конечно, дадут именно приор. Да, честно, слышишь? Честер, а кто в глобалах предлагал девушкам коня отдавать анроллам? Не припомнишь ли, кто это был? Кто бы это мог быть, блядь, а? Не, ну так девушки... Не помню больше. Ладно, какие вы болтуны, я смотрю. Ладно, ну я так для себя немножко выводы сделала. Не знаю, что скажут мои птенчики. Давай, пошла, короче, ну, извини за пошла, идите, короче. Да вот, которые болтуны, это не мои, у меня поспокойнее народ. Ты это, Честера, не слушай, Твиночка, я тебе коня с лича отдам, короче. Да, я конечно, такой зачехлил, когда мы, ну, лича шатали постоянно по КД. Я, у нас было, короче, 12 девчонок, 25-ки, 12 именно девчонок. Просто жесть. Да. Мы с Андролом отдавали... Это тут обсуждаем. Мы можем ведь потом, после того, как все вопросы решим, обсудить про девчонок, про коней. В общем, я не знаю. Сейчас я ребят спрошу. И минутки через две вы пока общаетесь, я вам скажу. Не, ну ты хочешь идти туда, где ГП дают за маты, вообще просто не могу понять. Ну, я просто выяснила для себя какие-то вопросы. То есть, комфортно ли будет мне, например, в этом чате? То есть, если я где-то матекнусь, там, ой, блядь, забыла. Ну, то есть, у меня вылетает вот такое, да? Не дадут ли мне за это ГП? Вот я что хочу. Грубо говоря. Алло, блядь. Что, не слышно, что ли? 15 минут с вами разговариваю. Что у вас за сапантуй нахуй здесь? У нас? Пытаюсь у нас понять, 15 минут уже. Не, ну, братан, да. Это жестко, а? Тут у нас Госдума, мы, блядь, дети, как его? Ебать. Да, сука, с языка сняла. Ой, Мелькор, что там, нормально все? В общем, мы пришли поговорить об объединении, о том, чтобы влиться к мудрым змеям. Вот. Чтобы они стали еще мудрее. Да. И так далее. И ходить вместе, покорять инсты. Че? Хитрая змея вроде. Хитрая змея. Не знаю, Google, наверное. Учите латынь. Это главное правило этой гильдии. Латынь. Потому что латыни, да? Мы разговариваем только на латыни. Замечательно. Бурурей тоже на латыни. Все, так.
Прием в рейд, да? Народ говорит, хочу в гильдию. Говорим, пожалуйста, что проблема-то. Ну, я тоже не вижу никакой проблемы. Хотите? Ну, да, я... Ну, я тут слышал, что там кто-то про маты, да, переживал? Да. Да нормально. Блин, возрастная категория, мне кажется... Может, он ДМ ворвался именно вообще без мата? 20 лет это минимум, мне кажется, все старше, там 25 плюс, 30 есть ребята. Мне 18, остальное стаж. Престарелая такая. Надо малого, короче, сюда позвать, ему, бля, вообще 17 лет или 16. Не, ну, тут вопрос немножко даже в другом. Возраст – это одно, а что в голове – это уже другое. То есть если ему будет хоть 40 лет, то он будет нести полную херню, ахинею, разлагать коллектив, то он пойдет нахер. А может быть и 17-18-летний человек адекватный, который будет там вольется как-то в коллектив, и все будет прекрасно. Мы будем довольны, и он будет. Поэтому в рейдах не бухать больше. А кто да, поговори, слышишь, я пошел, потому что на работе особо не могу говорить. А, давай, не вопрос. Давай, переговори там сейчас. Если бы кто-то и возьмете там нас, или там, ну, половина нас, грубо говоря, не обещаю. Сейчас, погоди, спросить хочу. Майкл, что вы решили? Я не знаю, у нас же, блядь... Майклав, что вы решили, блядь? Куда все, туда и я, да? А чё, Жека, блядь, я только пришел. Я нихуя не слышал, вы извините, конечно, блядь. Я говорю, у меня сосед ебучий стенку сверлит, я нихуя не слышу, блядь. Короче, смотри, суть в том, что можно пойти в гильдию Sapiens Serpentis, им нужен онлайн. А нас в сумме набирается где-то 10-12 человек, постоянно играющих 8-10. Соответственно, мы сможем не закрывать, а хотя бы собираться в 10 оп, там, Кара Герц, ЛК и так далее, и траить Зулу в десятке. Вот, потому что у ребят в гильдии, в которой находится Войд, у них проблемы с онлайном. И у нас тоже. Ну, вы хотите три гильдии, грубо говоря, три маленьких в одну собрать? Ну, правильно? Да. Ну, все салазы в Войд, там... Основной выбор. Вы согласны? Вас устраивает такой вариант? Сейчас только нас спрашивают. Нас? Ну, бля, меня устраивает такой вариант. Я не знаю, мы тут голосуем как на какой-то, блядь. Ну, какой? Виночка сказала, куда все, туда и я, соответственно. Да, нет, у нас все говорят, куда все, туда и я. Все, мы, короче, согласны, блядь. Мы еще так 2 недели будем сиськи мять. Мы могли уже собраться, уже все закрыть, блядь, на этом ПД. А мы сидим тут, я предлагаю приступить к действиям. Мужик! Ладно, давайте. Слушайте, кто лидер в гильдии, напишите, пожалуйста, в Discord ник человек в игре, которому плюсовать по приему, и сливайте туда все. Я гильдию свою покину последней. Ну, там Роме переведу и всех остальных. У тебя... Подождите, нам надо ГМ-ку скинуть на кого-то. Нужно это? Сейчас я могу зайти в игру, принимаю вас всех. Пока, напиши. Если вы решили. Да, давайте объединяться, что пить уметь. Да вон у него ник, Меликор. Сейчас он зайдет. Сейчас только погодите, я в игру зайду. Мы можем сами собирать десятки, грубо говоря, а вот 25-ки будем просто навсего с ребятами помогать. Где нужен РЛ, пишите, поможем. Вот. РЛ нужен, потому что РЛ у нас сейчас только один, и вот сейчас, допустим, выходные, да, а у него получились, ну, он на смене, то есть... Вот, суббота и воскресенье. Есть РЛ. Ребят, честь объединения, Войт сказал, что ПРЛит первую десятку обычку ЦЛК. Поэтому с 4-й катой, когда вы там РТ ставь, удобно. И все, подтягивайтесь уже в Серпентис. Я возьму 4-ю кату, тоже перейду. Потому что, ну... Иначе, ты РЛ? Ты вроде РЛ, да? Я РЛила... Только уйду, но льда здесь будет последний инс, поэтому в качестве РЛ вы меня увидите лет через 5. Я понял, хорошо, я понял. Ну, нет, как... Ну, игровой ник у меня написан, вот Антон, и рядышком Мелькор, вот сейчас я захожу, так. Угу. Только это, не все сразу. А вот ты сейчас спрашивал у Твинички. Маленько пивасик. Она кроме ПГ, блядь, и ульды нихуя на их сцене не видела больше. Мульти от РЛ вообще?
Ты шо, нет, нет. Я понял. Я кроме БГ тоже нихуя на Икселе не видел. Так, ну давайте начинайте по одному тогда. Ну, короче, есть вот, есть... есть вот лимон, лимон. Там? Лимон вообще просто изичный РЛ. Я пойду после того, как всех остальных отправлю к вам. Может, у меня еще не все зашли. Нужно Акеле написать и Роме написать. Роме у меня будет завтра, поэтому сегодня, возможно, Акела еще придет к вам. Я Нике напишу вот либо сюда вам в Дискорд скину, либо... А я сейчас, короче, с Джоков Ильича 25 пошатаю просто и перейду к вам. Возьму... Так, Мелькору, да, в игре отписывать? Угу. Да, вот, я написал даже уже. Ну, там или плюсик просто поставьте, или что-нибудь такое, чтобы я увидел. Ага, так, первый лист. Финка, ты мне предлагаешь просто зарплату делать, да, Финка? Я не знаю, ну мы посмотрим как. Ну вообще, да, я, конечно, хапалом себя. Ну хорошо, окей, я тогда буду рпалать. Слушай, с учетом того, что ты бухаешь в рейдах, я на самом деле буду больше полагаться на твиночку. Ты не обессудь. Я же рпал одеваю. Будь готов к замене. Мне просто один персонаж. Если был бы тут бы еще какие-то там персонажи, там Мах, Лок, ШП, я бы не против, ну блин. Вот одные возьми, качну паладин. Себе. Я уже начал мага качать не, второго. Я не хочу, я устал. Я на X1 паладин на полгода качал. Полгода. Ты долго так, и справился. Так, ну пока двое. Что еще? Я полгода вкачал, когда я 80 взял, у меня было 10 голды. То бишь я фармил и профы качал, и левел качал, все качал. Хрена себе у вас онлайн. Так, смотри. Все, нормально онлайн? Да, нормально. Да, вполне. Смотрите, я сейчас еще одного человека пришлю. Это... Онлайн это не обессудь, поверьте. Честно, честно, может... Не врывайся, пожалуйста. Сейчас еще одного человека пришлю. Это Акела, контролер. Он придет, у него паладин, хант и шаман. И остальным тоже скажу, что приходи. Ребята, а что такое вот эти L3? А чтоб не спрашивать. А что, у кого нету КД на целка 25? Ну, у меня нет. У нас у всех нету, кстати. Ну, сейчас я, короче, сойду, короче, джок, я, может, на фул пойдем. Короче, Акела, ФКшит. Три человека сегодня, пока да, за сегодня-завтра я всех переведу, потому что сегодня одного человека, и потом приду сам. Вот у меня получается 5 человек. Вот у вас уже есть. Там 6 у вас, да? Да. А сейчас только мы Егорычный БГ, сейчас, я так понимаю, либо мы, что пока нет. Ну, остальных подтянешь по онлайну, вот. Я своих тоже. Нет, это я к тому, что это... Ну, мне дальше сидеть в игре, или я пошел? Ну, надо кого-то еще принимать, или что? Да, сиди. Нас... Гурыч, ты тут? Угу. Давай, тебя примут, чтобы человек долго не ждал. Да, тут минута осталась. А, ну я пока до холодильника дойду туда. Погоди. Что ты, Гурыч, всасываешь БГ? Да, засу нахуй. На... Какие-то, блядь, долбачёсы нахуй. Ничего было. Да у меня минус по 12 идёт, но, блядь. Пошли. Кстати, по поводу БГ я хожу тут. Ходит тоже. Все, вернулся. А вроде нет у нас вообще нет никого. Шесть, ты слышишь меня? Вайт Пеппер можно подтянуть, ему персы ждали вроде. А, так он в этих... Ты есть, да? Да? Он... Нет, ты что, он не подписал. Нет, я кикнула Лока, которого ему дали, потому что на меня не было. Так, а что, он ни разу не зашел на него? Знаю. Да, некуда посмотреть. Он каждый день пишет нам в конфу, в
в этом в ВК, типа, ну что вы там, как дела, переживая такое, мы там вот-вот, надо типа там кому-то вступать, он вот, ля-ля-ля, ребята, что тут прям так переживает за нас, хотя сам, блядь, ни разу даже не зашел. Не подозреваю, что он просто готовит все запасной аэродром в случае объединения. В Дискорде, не Дискорд, скопируем. Так, ну это, ребят, смотрите, вы все здесь НГП, ЕП, то есть у нас пока в гильдии этого нету. Мы одеваем пока людей по приоритетам. Ну, это тоже если плохо. По приоритетам, когда тогда... будет там... ЕП, ГП? Просто... просто это очень когда плохо, будет стабильная 25-ка, тогда введется ЕП, ГП. Ну, смотрите, 25 человек, давайте по ЕП, ГП ходить. Сразу прям первый. Я предлагаю. Не, я предлагаю вот так сделать маленько. То есть, вот сейчас мы соединились все, да? Хорошо, мы сейчас смотрим. 25 человек набрали, стабильных, которые ходят и закрывают. Все, друг другу улыбнулись, пошли, хотя бы попробовали сыграться, поигрались. Хотя бы пару инстов, там, пару или пару КД мы отбегали. Всех все устраивает, все друг другу улыбаются, вводим ЕПГП и херачим так, если оно нужно, это ЕПГП. Просто мне, допустим, до ЦЛК 25 гер никакой шмот вообще нахер не нужен. Скажите, Ник. Мелькор. Там в Дискорде написан ник правильный. Хорошо. Ну, вообще, я думаю, Вован, ну, ГМ должен вот уже вот-вот подойти. В принципе, время уже 8. Ну, я думаю, да, но если надо, я ему позвоню. Так, сейчас. Честер, ты здесь? Да. У тебя есть телефон Белки? Позвони ей. Подойдет, пусть от меня. Нано-белка. Там и белка. Нет, разбелка это не та. Нано-белка. Белка, она вообще просто изи. Она очень хорошо на эрдру играет. Эрдру и в шкилы. Ну, больше эрдру даже. Звони тогда и Маше, если есть телефон. Кажется, звонить, если они не играют практически. Не знаю, вчера она зашла. Ну, и вчера говорит, и все. Есть место в ИК? Я говорю, нет, замены нет. Sorry. Не играют они, потому что Егора нету, они не играют. Егор, есть все. Белка, Машка, Малой, ебать, вырывается просто. Не будто... Ты говорил, что... Двое, то есть Маша и Белка. Вот это как, ну, туда-сюда. У Егора такая психология, он положил, жил. И мой положил просто, ребят. Ты был? Так. Ты позвоню ГМу. Вот и когда приедет. Мне, честно, так хотелось послушать вашего ГМа. А, я бы тоже. Да, что ты не... Да вы его по-любому знаете, если вы долго играете здесь, это Братоу, маг, нет, корова. Нет, мы два месяца играем тут. Нормально, классный чел. Просто да, адекватный чувак. Просто в плане того, что если будет нормально просто проноситься в дело системы ЕПГП, это однозначно. Ролл не котирует вообще просто. Конечно, тут ничего решать. Обеими руками. Так. Возможно. А ролл? Да, возможно. Можно отдавать там библиотеку. То есть вот волейбол приходит в рейд там. Почему уже? Ну, конечно, отдадут ему, потому что он каждый день. В будущем, я не знаю, когда это произойдет, нужно, конечно, и ПГП. Потому что я смотрю с онлайном, у вас все не так плохо, как я думала. Он... Ну что, во-первых, выходные.
Вот. Во-вторых, все люди у нас в гильдии работающие, более-менее большенькие, да, я это уже говорил. И гильдия оживает примерно к 8, к 8.30. Это с понедельника по пятницу. Возможно, вот, то есть... с нашим приходом она оживится и в другие. Ну, возможно, я не спорю. Я тебе просто говорю, вот основные, допустим, топовые игроки, да, которые сейчас у нас есть. То есть вот я и ИГМ, мы работаем заходы в игру. Это примерно 8-8.30. Может, чуть пораньше, там, как повезет. У нас зависит от объекта. Насколько, в какую жопу мира нас закинули, чтобы потом от него добраться. Вот. Потом у нас есть, допустим, Мишка один, да? У него стабильно. Он в 8.30 приходит. Все, он раньше не может. То есть он пришел в 8 часов, понятно, с работы. Он должен сходить. Вот. И получается, вот наши выходные у него рабочие. А он отдыхает 2 дня, но у него то ли вторник, среда, то ли среда, четверг. Как-то так, короче. Вот. Да. С тем, что с вашим приходом сейчас будет больше людей, будет больше походов, народ будет больше заинтересован во всем этом. Здесь спора нет вообще никакого. Единственное, что время основных РТ нужно будет делать все равно вечерним. Это ну, вот чем я все. Понятно, 7-8 часов, грубо говоря. На рейд в среднем 2 часа, если целых, ну, десятка. Нет, братан, тут 2 часа не получится. Ну, хорошо, тогда 3. Именно просто 25 целка с трэшем. Плюс. Это только стрэш. Ну, это тоже от ДПС. Если ложится в это все. Вот я и говорю, что основные топовые игроки приходят вечером. Это вот такие люди, которые там 270 плюс, 260 плюс. Ну, такие предбисовые или бисовые, они приходят вечером. Правильно. А что касается ИПГП, то вот я тоже ИПГП. Почему? Ну, консул лут. На самом деле он хорош, если вот играет компания, где все друг друга знают. И одевают в первую очередь, там, допустим, костяк танков, хилов, а потом начинают ДДРДД одевать. Ну, у нас так и было. То есть, и по такой практике. Ну, это немного несправедливо, потому что. То есть мы одеваем сначала, хотели танков, ну ладно, тут не в этом. Я не спорю, что ЕПГП это хорошая система. Именно, допустим, для того же самой. Вот, за слово забыл. Унитарный. Тут хорошо, да. Все. Будет понятно. Но опять. Соответственно, эти люди будут одеваться первыми. Все. Вот. Нет, это все хорошо. Просто вот представь, люди, да, не знакомы с этой системой вообще. То есть время, чтобы вести и им все это объяснить. Рейд. Я 15. Должна это еще было. Не говорю, что потому что рано или поздно к этому в гильдии мы хотели как раз будет уже сложенная там 25-ка, да? Кольненько пошли. А, все. Очень сильно, как я так понимаю, за сутки у нас вот появилось очень много людей. Соответственно, и... Не, ну, в плане того, что оно будет... В плане, когда мы пообщаемся с ГМом, просто... Если нормально... Они... Поверь мне. Я, по-моему, ни слова не против.
Просто еще добавил тот момент, что взять ее так вот резко, так, гильдия перешла на ИПГП. Не, так не, нельзя не, делать. Ну, я понял, да, ты прав. То есть к этому нужно народ как-то подвести маленько, чтобы он хотя бы понял, что это такое, скачал его себе. Как бы ГМ, я думаю, сам поймет, что придет время его вводить. Так, я же говорю, мы с Вовкой об этом уже разговаривали. Я скажу и, наверное, побегу. Короче, смотрите, сейчас, ладно, посмотрим, посидим, присмотримся друг к дружке и так далее по поводу ЕПГП, мы тоже потом это все обсудим и решим. Как только зайдет ГМ, я постараюсь за этим следить. И все равно, может, кто-то мне маякнет. Очень бы хотелось послушать ГМ и поговорить с ним в Дискорде. А пока, ну, как-то так. И еще такой вопрос. То есть здесь нету, вот, если, например, там начнешь собирать каражан, никому там ничего не перебьешь, то есть десяточку, просто народ не хватает, там пару человек положим. Ничего. Но ты же уже в гильдии, уже, да? Да. Ну вот, календарь открой. Посмотри, видишь? Нету рейдов. Я хотела куда-нибудь подписаться, нету. Предыдущая неделя, видишь, она вся заполнена, даже полторы недели. То есть мы там четко понимали, что у нас есть свободное время, и мы будем ходить. Сейчас, видишь, у нас ГМ, он по совместительству еще и РЛ. Вот. У него два дня выходные, у него рабочие, все пипец, все пропало. Так, и если хочешь, не уходи буквально минуту. Я прямо сейчас ему позвоню. Просто десяточку быстро. Фиг 10 я бы потанчил. Фиг 10 я надо 10 мне Оню и Кару мне надо пробежаться. Но мне Кару надо. Кара КД, а вот могу остальное потанчить. Есть такой вариант, что Вовчик, когда зайдет этот ГМ, возможно, благодаря онлайну начнется сбор ЦВК 25 лет. Сегодня? Да. Ну, у них неизвестно, пока будет РТ или нет, но Вова зайдет, я не знаю, надо будет обговорить. То есть, ну, это как так, вариант. Ну смотрите, ГМ сейчас на выезде, короче, он будет дома минимум часа через два, вот, ну, работа вот такая, часа через два, вот, и там как раз уже тогда можно собраться, как раз и наши все подтянутся, чтобы никто не перебивал, уйдем, допустим, в и все это планово, без суматохи обсудим, все, как это будет происходить. Вот. Со временем РТ, с днями РТ, то есть от А и до Я. Прям все это проговорим. Если всех все устроит, значит все замечательно. Все улыбнулись друг другу. Я думаю, это будет правильно. Раз наступило время бесполезного ожидания, есть у кого-то ювелирка? Мне нужен камень на броню в голову. У меня есть ювелирка. Сейчас, Ленка, Но я не в гильдии.